великолепный железнодорожный вокзал, который выстроен в стиле национального романтизма одним из самых известнейших архитекторов этого направления Элилем Сарининым. Элиль Сарининен, архитектор, который строил, ну, по всей Финляндии, строил он и у нас, в Выборге, как раз вот тот самый период, когда Выборг входил в состав независимой Финляндии с 1917 по 1940 года. И вот тот железнодорожный вокзал, который мы с вами видим, он имел копию, да, абсолютно такой же железнодорожный вокзал Элиль Сарининен построил у нас, в Выборге, ныне это Ленинградская область, Россия, и... Вокзал был точной копией, да, абсолютно такой же, таких же размеров, таких же масштабов, с такими же украшениями, в том же стиле, ну, прям вот копия, абсолютно. Единственное, что сейчас вот мы проедем, с левой стороны вы видите главный вход в железнодорожный вокзал, здесь его Элиль Сарининен украсил атлантами, видите, вот сейчас впереди 4 атланта с шарами, которые вот в руках держат эти светящиеся шары, эти шары ночью подсвечиваются. Вот здесь эти атланты украшены шарами, а в... В Выборге, не атланты украшены шарами, вход украшен атлантами, а в Выборге вместо атлантов стояли мишки. К сожалению, здесь-то вокзал сохранился, с ним ничего не произошло, а в Выборге, вот, к сожалению, вокзал был взорван во время войны, и сегодня от него не осталось камня на камне. Но, тем не менее, мы знаем, что вот копия, да, абсолютный брат-близнец у нас в Выборге некогда стоял, и Элиль Сарининен, выдающийся архитектор национального романтизма. С левой стороны, на площади перед ЖД вокзалом, тоже здание в стиле национального романтизма.